Всем привет! Добро пожаловать на канал Мозг Вздохов. Финал 14 миссии и хорошее начало хорошей серии, поскольку следующая миссия будет уже финальная. То есть уже путь домой. Уничтожив эту станцию, мы откроем путь, точнее, как бы пробьем оборону. Эти станции как бы блокировали этот переход гиперволновой, не позволяя добраться до Хигары без разрешения на то имперцев. Так, но мы вот здесь вот нашли уязвимое место, не без помощи повстанцев, которые подсказали нам вперед. Осталось совсем чуть-чуть, и моя тяжелая группа здесь сейчас этим вот разберется. Так, довольно эпичная такая конструкция. Огромнейшие лопасти, которые можно рассмотреть в деталях. В первом Homeworld в то время это было очень здорово выглядело. Group 7, standing by. Так, первый пошел. Превратился в облачко пара. Здесь у нас генератор маскировочного поля. Ну, пару гражданских, которые сваливать отсюда не собираются. Так, ну вот и жара пошла. Так, высокие технологии преграждают нам путь. Сейчас мы быстренько развалим. Сколько тут ХП? 75 тысяч. Уничтожаются за пару секунд буквально. Отлично. Взрыв суперновый просто. Такой эффект добавили. Прям слепит. Бах. И последняя деталька. Путь открыт. Так, остался один гражданский. Доступно гиперпространство. Так, ты не убегаешь? О, ладно. Так, группа 7. Собирайся здесь пока в кучку, а мы посмотрим, кто будет участвовать в битве. Вот так вот получился у меня флот создать. Вначале мелкие, далее пузатые. Потом элита. Roger. Ну и тут сборная солянка из всех, кого не попадя. Ну и замыкает это все не военные корабли. Корабли поддержки. Также читерный сенсор. Очень, ну, можно заметить, Roger. Здесь их наворовал столько. 600 урона он наносит, а этот наносит 300. То есть такой вот элитный, в два раза мощнее обычного, значит, фрегата. Так, нужно всех здесь разделить. Также я построил немного истребителей. До максимума, точнее, довел. Итак, будут 191 фрегат у меня. Корветы, ну, так далее. Итак, значит, группа 5 усилилась вот этими. Летите сюда и становитесь, наверное, шеренгов фрегатов. Так, разведчики с истребителями обороны и где тут? Вот, перехватчики. Пойдут в группу первую. Старая добрая группа 3. Также вот эти вот выжили у меня. Сколько я их хотел разобрать. Дожили. Так, до финала. Группа 8. Тяжелые бомбардировщики. Так, группа 2. У них тоже, кажется, да, вот и остался стандартный корвет. Группа 4. И некоторые вспомогательные девайсы. И группа поддержки. Вот такая вот группа. Что-то фланг так растянулся.
А если так вас поставить, будет ли это получше выглядеть? Так. Собирайтесь, ребята. Все почти готовы. Так, какая-то идет перетасовка. Силы смешиваются. Что, штурмовые фрегаты куда-то свалили? Непонятно. Вот, собираются. А, они почему-то решили по флангам так разойтись, да? То есть никакой разницы между этим нет. Хорошо, становитесь тогда в шеренгу фрегатов. Ну что ж, не будем тянуть. Roger. Вас тоже надо как-то тут стасовать. Полетели. Финал, господа. Это было долгих 14 миссий. Так, вот мы в самом центре галактики. Возле нашей планеты. Марш пошел! Ха-ха! We have to assume that the homeworld's defensive fleet must be alerted to our presence. Осведомлен. Защитный флот. All vessels and crews in maximum readiness. Weapons and tracking at 100% efficiency. 100% эффективности. The fleet is ready. Флот готов. There can be no retreat now. Отступать больше не... Да я никуда не отступал. Ну, только от Кадеша текал. Но это не считается. Они тоже с Хига... Уху-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Я воспользуюсь паузой. Прошу заметить. Нет, я ожидал чего-то эпического. Но настолько эпического. Это просто не... Что это? Это эсминцы? Леса, просто... Это... Стоп, а где планета? Где Хигара? Черти. Взорвали, что ли? Что-то поменяли? Что-то такого не помню. Так. Эсминцы... Что это такое? Корветы, истребители обороны, штурмовые фрегаты, перехватчики, многопушечные. А это что? А, стоп, это еще какая-то миссия с какими-то двигателями. Какая-то беда огромнейшая. Уходят вдаль. Сверху вниз просто не рассмотреть. На один экран не вмещается. Можно посмотреть это вот все. Как-то видно. В общем, противник собрал все свои силы, я так понимаю. И здесь будет просто мясорубка. Настоящая мясорубка. Ну что ж, воспользовавшись паузой, мы, наверное, попробуем наладить наши оборонные, так, способности. Так, это группа 7, кажется, да? Давайте вперед, значит. Группа 5. Собирайтесь здесь. Так. И кто у нас тут еще? Пока не видно. Давайте. Пусть появится. Более-менее, чтобы понять, что будет происходить. Так. Жарко здесь будет, по-моему, всем. Секунду. Так, доступно управление. Ты сюда. Ты сюда. Так, чтобы недалеко слишком. Ты сюда, поскольку у них радиус просто гигантский, а их сметут. Вот так вот растянем. Ну, а ты вперед, наверное. Так, ты, уважаемый, сюда. Ты вот здесь чуть повыше. Ты вот здесь чуть повыше. Ты вот сюда. Так. И седьмая группа, где она там? А вот где-то сзади. Чуть-чуть отстала. Че, догонят? Так, а вы чинить? По идее, если они нападут, то
просто сконцентрировал. Они зашел фланг прямо ко мне практически. Могут, ну, уничтожить на самом деле. Но такого я не ожидал. Просто не ожидал. Фрегаты. Здесь их вот еще и скопление целое. Друг на дружке. А их там несколько, можно заметить. Вот один. С него торчит другой. Так. Огромная желтая свора. Итак, можно назвать эту битву, я не знаю как, блохи против саранчи. Вот так вот будет называться эта серия. И наврал я насчет финала, по-моему, это не финал. Отжимаем паузу, наслаждаемся увиденным. Repair target locked in. Так, здесь еще и заставка будет какая-то, катсцена. Total War в будущем на движке Homeworld. Можно тоже так назвать. Так, что это за миссия? Я не помню такой. Опа. Ого. Какая-то огромная посудина. Так, стоп, секунду. Надо воспользоваться управлением, поотменять все эти приказы, собрать народ. Так, давайте сюда, вот, ребята. Потому что нам тут очень будет плохо. Так, тоже отменяем построение. Чините. Просто чините все. Так, и всех пометить в атакующий режим. Кого заметят, пусть убьют. Ну что ж, отжимаем снова паузу. Strike group breaking up. New heading set. Repairs initiated. Show no mercy. Group 5 copy. Show no mercy. Shield has alerted the Titan to our presence. Collector awaiting orders. Они собираются какое-то построение или что это такое? Какие-то когти. We're on a collision course with a very large object. С огромным объектом. It appears to have escorts. It must be destroyed before it impacts the mothership. Его следует уничтожить. Ой, у меня игра начинает подтормаживать просто. Они выстраиваются в какое-то построение. Так. Корветы. Ну что ж, кажется, сейчас начнется мясо, просто мясо. Roger. On our way. Destination locked in. Так. Reporting. Чуть дальше. Подпустим врага поближе. Ага, то есть пошли наемники. Дальше идут какие-то рыцари и тяжелая кавалерия. А здесь сбился, видно, отряд. Да. Шо? Сейчас мы вас встретим высокими технологиями. Так, залетайте в поле. Чуть поближе. Еще ближе. Так, ну, врубай. Group 7 reports enemy contact. Group 5 reporting. Group 7 under attack. Moving to intercept. Group 7 reporting. Пошла жара. Group 1 reporting. Group 2 copies. Group 4 copies. Group 7 reporting. Так. Group 2 reporting. Это что у нас? Датчик близости. На всякий случай, но вряд ли здесь будут какая-то... И... Невидимые противники. Как и тут красиво. Ну как-то тут флаг растянулся. 5 минут, тут еще и на время. Ух, красота. Так, нужно поддержать. А, уже победу объявляете. Странно радуетесь. Так, группа 5 заходит с фланга. Так, надо вот этих вот выпиливать.
Так, тут нам по центру сейчас наваляют. Roger. Destination locked in. En route. Frigate under attack. En route. Group 5. Так, стреляйте в кого-нибудь. Under attack. Standing by. Так, включай. Так, давай посмотрим. У меня просто уже, ну... We're drawing heavy fire. Frigate lost. Stabilizers offline. Так, 4 минуты. 4 минуты. Несем потери. Engineering reports damage. Frigate lost. Engineering reports damage. Frigate lost. Group 5. Так, тяжелые заходят с фланга. Frigate lost. Frigate lost. Да, вижу, что frigate lost. Я фиг его знает, что делать. Frigate lost. А где-то хреновина. А черти где? Нормально. Теряем корабли. Так, ребята, нужно вот этих уничтожить. А, нас сбоку здесь обходят. Чего? Надавим на этот фланг. Impact in 3 minutes. Target confirmed. We're drawing heavy fire. Frigate lost. Acknowledged. Underway. Так, запускай патефон. Guidance failure. We're losing control. Coordinates confirmed. Hull breach. Hull breach. All personnel code red. All personnel code red. Group 5. Guidance failure. We're losing control. Так, нас здесь, кажется, сбоку пытаются придавить. Ни хера у вас не выйдет. Врубай. Самый гуще событий. Damage report. Breach in starboard fusion chamber. I caught one. Group 5. Standing by. Hull breach. Hull breach. Roger. Так, тут освободились гады. Hull breach. Hull breach. All personnel code red. Нужно уничтожить эсминцы. Они больше всего здесь вносят суматоху. Так. Две минуты. Разруливайте. Так, группа 5 практически справилась с этим заданием. Так, группа 7. Уничтожить эту гадость. Так, есть. Сейчас он раздавит кого-то. Почти. Тут расстояние еще большое. А, как же больно. Приходится отвлекаться. Есть. Миссия выполнена. Добить их всех. Теперь можно расслабиться. На. Получите. Hyperspace module charged and ready. Нет, мы никуда отсюда не улетим. Сжечь их. Так, осталась мелочь пузатая. Значит, мы их обезвредим. Что ты? Рой, просто рой. Что это такое вообще? А, эти защитники. Но ничего. Застряли. Так, группа 0. Тут есть какие-то ресурсы. Нужно восстановить. Сколько их?
друг друга только не перестреляли. Какие они шумные. Так. Отлично. Фу, вот это была миссия. Мясорубка полнейшая. А дальше еще финал, я так понимаю. Так, пятерочка, ну-ка отойди. Нужно восполнить. А, это тут отсиделся весь бой. Гад, мародерский. Так, возвращайтесь пока на базу. Мы посмотрим, кого тут нужно восстановить. Так, а что я здесь потерял? У меня был 190 с чем-то фрегатов. 70 фрегатов практически. Потерял много истребителей и... Не помню, сколько эсминцев было. А, 34, кажется, крупных кораблей. А, ни одного крупного корабля я не потерял. Столько же и было. Это очень хороший результат, по-моему. Так, запачковывается народ. Сейчас начнет вылетать. Кто-то дымит, кто-то горит. Так, значит, становитесь в построение. Группа 7, тяжелая. Тяжелая фаланга. Так, уничтожен был у меня генератор такой. По-моему, нет, но их хватает у меня. Полным-полно. Больше никого не задело. Есть немножко ресурсов. Так. Чуть вперед туда. Вот жаль, что они так растягиваются. Нельзя указать там 3-4 ряда. Что-то такое. Хотя, возможно, игра просто не рассчитана на такое прохождение. Это я уж тут что-то поломал. Карта очень маленькая была. И... Такая вот на время. Ну, благо урона хватало, что они буквально за 10 секунд уничтожили этот вот метеорит. Который наверняка многие долбили там несколько минут. Основная линия фронта. Остались только обломки. Такс. Загружается народ. Хотя мне, в принципе, разведчики как бы не нужны. Мне нужны перехватчики, они более мощные и полезные. Разведка это глаза и уши. А, кстати, у меня керриер, кажется, убили один. А, нет, вот он. Этот выдержал кучу урона. Медаль ему надо выдать. А здесь с моей стороны, кажется, потери были какие-то. Или что это за кусочки? А, нет, это остатки от того самого метеорита, который мы раздолбали. Так, собирайтесь, ребята. Сейчас мы посмотрим, кого что здесь... И куда надо усилить, улучшить. Group 2 reporting. Group 3 reporting. Группа 3. Reporting. Так. 46, да? То есть корветов я строить не могу, а вот истребителей можно посмотреть, что здесь интересного такого добавить. Так, а может и бомбардировщиков. Они тоже с этого класса. Что-то их маловато здесь. Так, заносят ресурсы. Отлично. 8, да? Защитники есть. Так, наверное... Давай, мазаш. Построй ко мне 4 бомбера. Вот, это будет 50. И 10 перехватчиков. Значит, еще 5 перехватчиков. Interceptor complete. И бомберов 5 штучек. Вот так вот. В два ряда строят. Attack bomber complete. Готовимся к финалу. Так, ну надеюсь, вы починитесь, когда мы выйдем.
богу, сколько дырок. Attack bomber complete. Дырки просто повсюду. Interceptor complete. Attack bomber complete. Ну что, давайте. Закончим строительство. Чуть-чуть перехватчиков. Attack bomber complete. Group 2 copies. Interceptor complete. Group 3 standing by. Group 3 reporting. Group 4. Attack bomber complete. Interceptor complete. Group 2. Да, группа 2 практически не пострадала. Но истребители у меня не участвовали в битве только. Финальная ее часть. Там, когда не успел включить. Interceptor complete. Copy. Фух. Ready. Так, давай. Interceptor complete. Еще 4 перехватчика. Interceptor complete. Interceptor complete. Так, все, я правильно посчитал, что Interceptor complete. Где-то ошибся. Пару бомберов может заказать. Attention fleet, we have too many collectors here. Expect delays. Interceptor complete. Так, 3 штучки. Отлично. Copy. Так, вы первая будете. Group 1 reinforced. Attack bomber complete. Group 2. Пополнили ряды. Attack bomber complete. Так, хватило ресурса. В следующей миссии они мне вряд ли пригодятся. Так что нужно отстроить войска в этой. И уже отправиться наконец-то в финальную. Standing by. Что-то я перепутал. Ready. Так, есть. Group 8 reinforced. Группа 8. Вот такая вот толпа. Немного, конечно, потерял целых 70. Ну, как сказать, потерял. Здесь мясорубка была. Довольно интересная миссия получилась. Красиво, эпично, здорово. Хороший такой вот, я не знаю, как это назвать. Тренировка, да, подготовка к финалу. На этом я с вами прощаюсь. В следующей серии будет уже, наконец-то, финал. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, всем пока-пока.